Привет всем, меня зовут Дмитрий, и мы с вами играем в PC Building Simulator 2. В бета-версии игры представлены примеры работ и занятий, которые вас ждут в полной версии. Начните новый день с новой мастерской. На первый взгляд ничего особенного, но это все, что осталось с тех пор, как предыдущая мастерская таинственным образом сгорела. Подробности можно найти в записке дяди Тима. Мы с тобой сегодня поиграем минуточек 20, наверное, вот в эту вот игрушку. Посмотрим, что к чему да почему. Вы напишите в комментариях обязательно, как она вам, что она вам, и будем ли с вами мы ее проходить или нет. А пока что мы с тобой идем вот куда мы идем с тобой. Мы вот идем вот сюда. Читаем записку дяди Тимы. А что же, значит, ты уже в курсе того, что произошло со старой мастерской? Да? Прости, что не смог помочь тебе справиться с потрясением. Но меня вызвали в страховую, чтобы обсудить пожар. Похоже, они считают, что я сам его и поджег, безумцы. Короче, он нам рассказывает, говорит, что мне компьютер привезут. И нужно его починить, воткнуть в розетку и зайти на почту. Он меня своровал $15 на завтрак. И, короче, и все. Вот такой вот большой молодец дядя Тим у нас с тобой. Начнем, подойди к коробкам, которые ждут вас в зоне доставки. Ну, пойдем с тобой в зону доставки. Она у нас как-то далеко, нифига себе. А вот, что это? Доставка, март 22, понедельник 21. NVIDIA GeForce 3080 мне дали. Так, дальше что? Ого, NVIDIA 3080. Пожалуй, лучше не спрашивай, где дядя Тим ее взял. И беру вот это. Возьмите ПК в мастерской и поставьте его на рабочий стол. Этому компьютеру нужен ремонт. Нажмите левую кнопку мыши на компьютере. Выберите и удерживайте боковую панель компьютера, а затем выберите и удерживайте винты. Понял. А игра подергивается очень сильно. Она считает, что, ну, типа, нужно подергиваться, потому что очень долго прогружается. Точнее, наоборот. Она очень долго прогружается, потому что подвисает. И подвисает, потому что подгружается очень долго. Собственно, ну, тут, в принципе, это все понятно. Нет видеокарты, нужно видеокарту вставить. Вот, она подергивается независимо ни от чего. С учетом того, что здесь нет настроек графики. Здесь просто есть выбор этого... Выбор чувствительности мышки и герцовку можно выбрать на мониторе, и больше ничего. Хотя зачем мне герцовку на монитор выбирать, если я могу выбрать ее, блин, на самом мониторе. А вот как раз таки качество видео, картинки вот этой вот всей, можно было бы мне и дать выбрать. Потому что мне, например, не нужны там тени какие-нибудь, еще что-то. У меня все-таки не RTX 3080, хочу заметить, подвисает у меня все дико. Вот. Так, нажмите LKM, установить. Так, я установил, что дальше-то? А, нужно вот так сделать. Защелку PCI засунуть. Закрутить винты и все. Чтобы ко мне не было претензий. Хотя это мой компьютер, можно, в принципе, было и не запихивать. Что тут случится с ними? Так, я подключил. Нажмите установить и выберите боковую панель. Хорошо, выбрал, закрутил. Сверху написано с тобой что? Игровой процесс, бета-версия работы еще продолжается. Это бетка, и как я знаю, как мне известно, что как бы другой-то версии и нет как таковой. Новый компьютер готов, это самое, надо его взять и поставить вот сюда. Новой версии-то нет как таковой, и типа, ну, типа вот как есть, так и есть. Так мы и будем играть. Так, на пешку надо нажать. Угу. ДФЛ. Омега Систем. Булочка здесь такая, знаешь, приятная. Заходим на мыло. Два раза нажимаем. Я не могу привыкнуть, что в таких играх нужно нажимать реально два раза, как будто бы на своем компьютере. Входящий. Выберите письмо от Касанти. Касанти. Меня зовут Касанте. И я новатор урбанистической эстетики. Художник. Покрасить корпус в красный. Принять. Продолжить. Он у меня в доставке получается. Так, принято 5 штук аж целых. Выберите посмотреть работу. ПК. Мне нужно посмотреть на... Тормозить начал. Так, это что получается? Нужно вирусы глянуть? Ну пойдем вирусы глянем.
что у нас получается, и больше ничего не получается. Так, ставим сюда. Этот заказчик хочет избавиться от вирусов на ПК, да. Нужно взять. Нужно взять чего? Нужно взять вот сюда вот, зайти вот сюда вот и засунуть его в задний разъем ПК нашего с тобой. Это питание, какой-то очень тоненький провод питания, правда. А еще мне нравится здесь, как тянется провод. У меня дома такого нет, и из-за этого иногда я дергаю системный блок. Ну, бывает такое, случается. А тут, видишь, как тянешь, 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 все хорошо. Так, кабель. Пэшечка. Пэшечку нажал. У меня минус 15 долларов, блин, это так обидно. У меня денег-то нет. Я даже должен, можно сказать. Устанавливаем антивирус, и сейчас проверим антивирусом, естественно, этот компьютер. На этом компьютере найдутся вирусы. Мы их удалим, получим за это денежку. И перейдем к следующему заданию. Удалить файлы 702 штуки аж целых. Офигеть. Отлично. Выходим. Так, и что теперь? Так, выходим. Можно просто вырвать его, чтобы не заморачиваться с разборкой. Просто берешь, осталось только забрать денежку. Не нужно разбирать компьютер, можно просто взять и вырвать его вместе с проводами. 120 долларов, и я в плюсе на 105. Первая работа выполнена, компьютер отправлен клиенту, а деньги уже поступили на счет. Переходим к следующей работе. Водяное охлаждение. Так, хорошо. Чтобы начать, нажми ЛКМ. Нажал ЛКМ, нажал вот на вот это, нажал на вот это. Сейчас мы будем, видимо, делать водяное охлаждение для чего? Для видеокарты. Правильно, правильно. 3090 Ultra Gaming Super Pooper вообще просто название длиннющее. Прикрутил он ее на саморезы, чтобы точно не упала. Она ж тяжелая. Подойдите к ближайшему рабочему столу, установите на видеокарту охлаждение. Хорошо, пойдем. Пойдем. Чтобы запустить водяное охлаждение видеокарты, нажмите ОК. Что я запускать? Я его еще не прикрутил даже. Так. Удалите старые термолисты. Это мы с тобой память пытаемся переклеить. Правильно, правильно. Тан-тан-тан-тан-тан. Были синенькие, стали красненькие. Такой я дизайнер, еще и криво клею. Но я не могу нажать, чтобы было ровнее. А, соответственно, ну, типа я не виноват в том, что он криво кладет. Так. Термопасту беру. И он самое главное мне говорит: все, выходи. А я не хочу выходить. Нужно, блин, ну, нормально так налить этой термопасты, чтобы при соприкосновении с радиатором нужно, чтобы оно разъехалось. Все разъехалось по всему процессору, по вот этой всей крышке процессора. И все, короче, что было, вот, да. Так, здесь что-то очень сложное, очень какое-то все. Очень много болтов, очень много всего вот этого вот. Так, подожди 5 секундочек. Ага. Смотри, сколько болтов, чтобы прикрутить это водяное охлаждение. Мне сейчас не помешало, на самом деле, водяное охлаждение, потому что я просто здесь теку. С меня течет, как с собаки сутулой какой-то. Я не знаю, я прям вот просто сижу, и с меня капает. Ну, такое ощущение, как вот капает. На самом деле, у меня мокрое, только вот тут вот и вот нос. Но все равно очень-очень-очень жарко. Вроде август на улице, вроде уже даже конец августа. Какого ж хрена на улице 32 градуса? 32 градуса, это просто опупеть, как дорого, хотел сказать. Как жарко. Очень жарко на улице. Мы сегодня весь день мучились, в офисе сидели, понимаешь? А, четверочка. Так, что такое-то? Я же нажимаю на четверку, а он не нажимается. Так, это мне теперь нужно, получается, взять. Вот так. Вот отсюда. Вот сюда. Вот отсюда. Вот сюда. Вот от... А, вот отсюда, вот сюда. Ну ладно, хер на него. Так, значит, надо. Значит, так нужно.
Так, установить. Хладагент. Мы с тобой поставим, знаешь, вот, вот такой. ОСМ может быть запущено. Давай на пешечку нажмем. Давай, пойдем возьмем. Выйди, пожалуйста. А он не выходит, понимаешь? Вот что. Вот что, он не хочет выходить. Установлена видеокарта с водяным охлаждением. Теперь вы можете... я знаю, что я могу. Все товары. Нет, мне нужны не вот эти товары, мне нужны... Подожди. Ёб твою мать. Вот оно как все работает-то. Ладно. Что у нас еще есть? Вот это я обратно прикручу. Да. И вот это я обратно прикручу. Я просто что-то даже не сразу не понял, что я куда-то его удалил. Ну блин. Неудобно здесь немножко сделано. Как-то как будто бы не так должно быть. Так, пешка. Все, ОС запущено. Все, отлично. Выдергивай нахер. Пойдем сдадим его. Что это такое? Мы с тобой берем. Принимаем оплату. А это ого-го сколько. И давай разгон ПК сделаем и пойдем. Ну, то есть, как бы закончим на этом. Чтобы выполнить этот заказ, нужно разогнать ЦП, повысив частоту его работы. Нужно подключить к ПК провода и выбрать монитор. Питание. Мышку, клавиатуру, естественно. И монитор. Пойдем разгонять процессор. А нельзя просто подождать? А, ну да, нужно же в BIOS зайти. Добро пожаловать, здесь можно изменять параметры комплектующих и добавить мощности. Разгон ЦП. В этом меню можно поменять параметры процессора компьютера. Если вы увеличите частоту напряжения, компьютер начнет работать быстрее. Однако при высокой нагрузке может начать работать нестабильно. Понял. Давай до 40... 4, да, до 44 докрутили, смотри. Напряжение нужно повыше сделать, потому что отключаться будет компьютер у нас с тобой. И это сгодится для стабильного разгона, нам говорит игра. Применим на левую кнопку мыши, перезагрузим компьютер. Да, естественно, да, потому что мы с тобой профессионалы, в конце концов. Загрузилась операционная система, значит, все, что-то вот мы как бы сделали примерно хотя бы то, что нужно было. А с помощью вот этой программы стресс-тест процессора можно сделать или видеокарты для проверки стабильности их работы и после разгона. Если перегревается, значит тыры-пыры плохо. Включаем. Дождитесь завершения стресс-теста. А сейчас мы с тобой просто поговорим о том, что ты должен подписаться на канал. Естественно, потому что если ты этого не сделал, еще то где же у тебя совесть находится. Вот. И все, собственно. И лайк поставь. И будет у тебя все хорошо. У нас осталось 10 секунд. Сейчас сдадим компьютер, примем оплату и попрощаемся. Естественно, ну а как иначе-то? Поздравляем, во время теста процессор работал в пределах своих настроек, а это значит, что он нормально переносит нагрузку. Я рад. Разгон процессора завершен. Куда? Вот сюда. Ну, бери его, елки-палки. Пойдем. Все, делов-то. Ну, принять оплату. $320. Мы с тобой на этом прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Что такое-то? Ставь обязательно лайки. Подписывайся на канал. И мы с тобой увидимся в следующих играх. Возможно, даже в следующей серии этой игры, если ты напишешь в комментарии, что она тебе понравилась. И всем пока.